Шалом! Мы продолжаем цикл лекций «Каббала и строение миров». И сегодня мы рассмотрим с вами одно из свойств Создателя, всего их четыре. Он находится в любом месте без ограничений. Нам известно, что все существующее в нашем мире создано Творцом из ничего. Внимание, новый термин. Еш ми айн. Что-то существующее из ничего. Еш – это есть, айн – это нет. Еш ми айн – есть из ничего. И это касается всех без исключения творений. Все они были созданы из ничего. И вот, вот такой вот еш ми айн была создана неживая природа. И был создан растительный мир. И были созданы животные. Были созданы царства, государства, человек. Но даже после того, как мир был создан, он не был пущен на самотек. Всевышний продолжает оживлять этот мир своей духовной энергией. Из прошлых занятий мы знаем, что эта духовная энергия называется хают, животрепещущая энергия Бога. Если в какой-то момент он не захочет дать эту энергию кому-то, то это создание исчезнет навечно. Поэтому все творения, как неподвижные, так и движущиеся, называются возможно существующие. Эфшарей мециют. Эфшар – это возможно. Эфшарей мециют – это возможно существующие. Возможность их существования зависит от Бога. Не захочет – не будут существовать. Захочет – будут существовать. В отличие от них, сам Творец, он называется обязательно существующим. Обратите внимание. Мехуяв мециют. Мехуяв мециют – это обязательно существующий. Поэтому он существует вне зависимости от чего бы то ни было. Чтобы закрепить вот этот материал, мы с вами услышим маленький такой рассказ из книги Ликутей Сихот про одного хасида, который, невзирая на то, что перед ним уже лежала готовая еда или одежда, он все равно просил у Творца, чтобы он смилостивился над ним и дал ему эту еду и одежду. Люди, которые были вокруг, они в недоумении говорили: ты зачем? Зачем ты произносишь вот эту вот бесполезную, бесцельную молитву? Он отвечал, что все материальное существует лишь по возможности и полностью зависимо от желания Творца. Поэтому я прошу, так он говорил, я прошу у него милости придать этому материальному будущее существование. Дамы и господа, все, что мы получаем, все, что мы покупаем, все, что лежит перед нами, оно, возможно, существует. То есть оно лежит, оно будет употреблено в пищу, оно будет одето нами, но оно зависит от его желания. Поэтому мы всегда просим у Творца придать этому существование, жизнь. Одним словом, чтобы оно пошло на пользу, а не во вред. Когда мы видим все вот это вокруг материальное, мы должны увидеть в этом отблеск или жизнь, вот этот хают Всевышнего. И тогда это пойдет на пользу и долго прослужит, и пойдет всегда-всегда не во вред. Это очень важный момент. Таким образом, мы можем понять, что Творец не ограничен никакой природной закономерностью. Он создает все в этом мире и поддерживает существование своих созданий. И точно так же, исключительно и единственно, по своему желанию, это существование отнимает. Шалом, шалом.